Ребята, всем привет, всем доброе утро. У нас сегодня 9 августа. Время у нас сейчас 8 утра. 10 минут 9 даже. Хотела сегодня с утра сходить к морю, прощаться с морем, так как мы сегодня уезжаем. Блин, проспала. Половина 8 встала. Обычно все дни половина 6 вставала. Ой, а сегодня половина 8 встала. Все еще спят. Ну, кроме вот меня и мальчишек, Амина спит, Кристинка с Ворохом тоже спят. Мы сегодня как бы планировали сейчас собрать вещи, выехать из номера, и потом пойдем гулять по Витязю. К морю сходим, да. Да, Давид, а сегодня мы уезжаем. Вот к морю сходим за продуктами, купим продукты в дорогу. Вчера завтра? Хотели, но мы сегодня уезжаем. Вот. Ну, давай завтра. Мы не можем завтра. У нас билеты на сегодня куплены. Вот. За продуктами вы не хотите уезжать, что ли? Давид, хочешь уезжать? Домой хочешь ехать? Ну, Амир, ты хочешь домой ехать? Какой? В свой дом, в Ярославль. А-а, понравилось здесь вам? Да. Мне сильно нравится. Сильно нравится? Ну вот, в следующий год приедем. Нет, и вот будем собирать чемодан. Что, Амир? А когда? Один месяц. А, через месяц? Ага. Угу. Ну все, девочки, мы будем собираться. Вот все проснулись, мы потихоньку уже. Время пойду помыться. Умыться надо, Амин, умыться и переодеться. Так, Амин, ты тоже проснулась. Мы уже потихоньку все вещи собираем. Это вещи, да, которые пойдут. А здесь уже собрана сумка у меня, что пойдет в поезд. Тут вещи, кофты. Когда мы приедем в Ярославль, одеть кофты, потому что с утра там уже прохладно. Мыльно умываться тут, игрушки детей, документы. Вот, и отдельно пакет будет с едой. Все, вот так вот. Сумка в поезд уже собрана. Да, это одежда, в чем мы будем ходить, гулять, в чем поедем. Вот, да, это все пойдет в чемодан. Все, она сейчас будет заправить всю кровать. У Кристинки тоже тут. Это вещи надо будет отдельно в пакет сложить. Это вчера уже, что вечером пришли, они грязные. И вот здесь вот вещи Кристинка уже собирает. Все. Чемодан уже раскрыла. Сейчас я тоже принесу. Когда приезжаешь сюда, до одного чемодана прямо забиваться, обратно уезжаешь, никогда не хватает сумок, да? Хватит. Ну, мы тоже думаем, что хватит сегодня. Таша, ничего такого, столько игрушки у нас добавились. Ой, клоун. Как называется человек этот, а не робот-то? Халк. Халк. Амир у нас Халк. Халк ты у нас? Нет. Панцу как Халк. Все, мы будем дальше собираться. Амина пошла умываться. Давид тоже? Давид, у нас он сломан пистолетик. О, это опять больше. Давайте. Амин, тебе волосы убрать, чтобы всё не мешали умыться. Амин, убрать? Всё, Давид. Давид, этот пистолет все равно не работает. Все, Давид, тут воды набирать пистолет. Набрал? Да. Давай, иди. Закрыл? Ага. Хорошо закрыл? Ага. Все, Амин, убывай. Давай. Как чисти зубки. Ну ладно, все в пакет в отдельно складывать. На, бери свою щетку, нам в поезд не забыть твою пасту взять. Да? Как почистишь, принесешь мне щетку и пасту. Дети, вы чистили зубы, Амир? Я чистил зубы, то мы пасту. Так, вот все, чемодан уже почти собран. Осталось много вещей еще не убранных. Да, у него, сыночек, там у него билет написано. Касымов Давид Абдурагоев. Фарухович, там написано у него в билете, что это его билет. Амир... Если не было бы такого, то бы ты бы поехал. Амир хочет на поезде, Давид уговаривает, давай с тобой поменяемся. Ты поедешь с мамой на машине, тебе там будут вкусняшек покупать, с ним будешь им что-то слыхать. Я тебе буду вкусняшки покупать, да, каждый заправка. Я хочу. Ну все, ребята, мы уже собраны, сейчас я оденусь, пойду, я буду сидеть в шортах и вот в этой маечке. В поезде перейдем на другие шорты, но буду в этой же маечке. Все уже собрано. Так, Амин, книжечку надо убрать тебе. У тебя уже не влезает
Тут тоже уже все забрано. Это что наденем на голову? Это мусор. Это уже вещи сейчас в машину сложить, что не поместились. И тут вот так все по частям. Это постельное белье, это фарух потом поедет. Это уже вещи все в машину по отдельности. И вот огроменный чемодан, который помещается все. Вот. Так что... Сейчас пойдем, надо спуститься до мамы, сейчас я до мамы спущусь. А там что, у тебя сушатся штаны, что ли? Шорты? Миша, твои шорты. Тебя еще. Там твои шорты сохнут, что ли? Да? А вы что не собираетесь? Мы уже собраны, вы что не собираетесь? Дрыхните. Они еще дрыхнут, представляете? Давайте, будете умываться, вставать время-то. 10 уже. Мой. Все, видите, девочки, все опустошили. Все сняли. Все опустошили. Это полотенце отелевское. Отелевское, Фарух тут еще бегает. Все. Все собрано. Все ждем. Ждем теперь, когда выселяться. Потом пойдем в столовую, да? Выселимся, пойдем в столовую, да? А потом уже... Загрузим вещи. Ну, сначала вещи загрузим. Я еще зашла, они еще только встали. Я захожу, они спят все. Я говорю, вы что спите-то? Я говорю, уж время 10. Только что, говорит, собраться долго, что ли? Я говорю, ну, вы же собирайтесь. Вот. Все. Осталось погрузить в машину. Потом сходим в столовую и пойдем гулять. И сумка вот с продуктами, которые мы с поезда у нас еще остались. Ну, тут у нас Ролтон остался. Чай, сейчас я аккуратно переберу эту сумку. А в дорогу много чего покупать не будем. У нас еще вот Ролтона остались 3 штуки. Мы еще купим 3 Ролтона в дорогу в мисочке, которые доширак, да, а мини-Ролтон этот не понравился, потому что там приправа уже высыпана. Вот, а мини возьмем доширак, потому что она любит одни макароны без приправ. И потом также чипсы купим, печенюшек купим. А сегодня на вечер мы... В столовую зайдем и купим сырничков в дорогу, потому что мы садимся 7:30. И вот сядем, покушаем там вечером. А она на второй день там уже вот на всяких перекусах, потому что мы тоже опять брали с собой еду. Они опять ничего не ели. Чипсы, туки, печенье и чай. Вот. А что? Откуда это? У мамы, маме отдай кошелечек. Вот. Так что... А вон полотенце лежит, вытри, вон, видишь, белое полотенце. Чай есть, кофе есть, этого ничего покупать не надо будет. Маме только кофе в пакетиках купить. Вот, еще семечки недоедены. Ну, короче, вот все. Такая ерунда. Аминка просила, а сама не съела. Не успела заснять, как они загружались. Кристина доедает арбуз, который не доели. Жарко. 32 градуса. Ждем сейчас Фаруха. Пойдемте. А, он уже уехал. Все, пойдемте. Все. Идем в столовую. Сегодня самый жаркий день, мне кажется. Амир. Что он делает? С пола подобрал. Все, что ли? Да ведь кушай сосисочку, режет, сидит. Измельчил. Взяли овсяную кашу. Мы с Варухом, Кристиночка взяла блин с мясом и салат Цезарь. Мама взяла суп, который не доела, блинчик, который не доела. Девчонки взяли по сырничку. Я люблю не ем. Амина картошечку съела. О, молодец, Амир не хочет есть. Да ведь кушай. Давай сосисочку кушай. Жарко в женских тортницах. Вообще сегодня жарко очень. Сегодня, мне кажется, самый жаркий день. Потому что обычно шли, не так было жарко. Сейчас вообще невозможно. Я бы сейчас до моря прогулялась. Сейчас уговорю. Может, до моря прогуляемся? Пришли, сейчас посидим в Палладиуме часика два. И сходим прогуляемся. Так садись. Остановились у мороженого. Сейчас купим.
Сейчас маму дождем, чтобы она мимо не прошла. Кристин! Кристина! Нашли другую белую? Да, 450. А, тут немножко такой небольшой брак. Но я ее оценила. Это клей, по-моему. Ну, короче, да, нет, это ничего страшного. Типа замажем. Да. Вот такую Амина выбрала сумочку. Сюда хоть телефон влезет гулять. Какой номер? На. Надевай. Взяли два сердечка. Потом океан и... Взяли вот такой банан. А сердечко Давиду еще одно? А, это себе. Два сердечка. И Давиду океан взяли. Вот такой лед. Вот ага. А, это вафелька? Оно вон, классно. Да. Дай я покажу. Да. Вкусная, пробуй. Ого, прям, я реально, думала, что это банан, шоколад, а это да. А это вафелька. Да, мой сердечко вкусненькое. Сейчас Кристина откроет, я покажу. Уже не хочешь, что ли? На. Вот, просто сердечко, да. Будем кушать. Давида, вкусное? Да. Кушать. Можно попробовать? Орион. И Кристина там выбирает вино. Вот там концерт. Здесь шашлычком торгуют. Я взяла чачу литровую домашнюю, сказали, очень вкусная. И подружки вина литр взяла. Вот, набрала. Да, они пошли по делам. Можно же самим этот стол сделать с подсветкой и стеклом. Вон, а Кристина песок хочет взять домой. А я буду... морскую. Девчонка просила, говорит, у меня хоть в этом году не получится на море ехать. Привезите хоть водички морской. Вот. Да нет, просто просила привезти. Привезу. Не знаю, что у нас с ней делать будет. Сейчас идем по Знойной улице на Светлую. Там есть киоск по 40 рублей. Кристинка, хочешь магнитов набрать? Вот идем. А потом к морюшку сходим. А бабушка осталась в отеле. Потому что у нас время до вечера много, она ходить не буду, ноги будут болеть. Вот она там осталась. Но мы сейчас тоже походим туда, все равно пойдем. А потом он скажет, что хотел клубничный. Да. Здесь клубничный нет. Нет. А потом будет ныть, да, что они тут взяли. Он вроде согласится, он еще пистолет, смотри, похожий. Да, здесь клубничного нет, идем дальше искать. Да, ищем. Вот идем дальше. Вот тут все за 40 рублей пришли в ларечек. Тут все есть. Все по 40. Да, надо тебе? Да. Все, берем. Всякие его набрали тоже опять. Я Мина. Все на 240. Что ты набрала, покажи. Заколки. Угу. Какие две штучки. Карандашик, ручку и точилку. Угу. И на ботиночки, да, это на кроссовки, знаете. О, на круксы. На ножик, да, как будто деревянный. Тоже ничего не взял, да, Давид? Смотрел. Ну и правильно. Нам надо будет пластилин дорогами купить. А мерчик? На руке, чтобы его взял. Туда, туда, да? Чего она взяла? Вот они тут. На обувь, которая? Вот они. Вон сколько тут много. Такие вон интересные сучки. Какие тут есть по 40 рублей. Все, пришли мы на пляж с улицы Светлой мы пришли, морюшку, посмотреть на морюшко, все,
Сегодня же все, выезжаем, грустно. А сегодня шторма нет, сегодня такие маленькие волны. Вон сюда положи. О, они потеряются они здесь тебе? Надо... Они потеряются туда низко? Вот, ты пока убрала бы вовнутрь? Да, потом в поезде уже поставишь... Они не вместе. Крышки сними. Крышки сними. И бочком они боком лежат. Давайте помогу. И боком, вот, да. Вот. Вот. Все, видишь, поместилось. Амир обмок. Амир сырой уже, Крис. Я тоже. Ты сел на сырое, что ли? Я сама была. Ну вы-то в машине, можете переодеться там. Хотя мы в поезде тоже. Просто не сполоснуться нигде потом. Давида, не уходи. Ты свой телефон потерял, смотри. Давид нас не выдержал, все-таки забрался в море. Фарух, смотри, он там один. Купаются у нас дети. Амир, далеко не заплывай. Давид, иди сюда. Ныряет, урод нас затыкает. Смотри, смотри, смотри. Давай волну. А мир под конец ты научился плавать, да? Смотри, это смотри. Амир, иди сюда, Амир. Из ручек видала? Мама, а? У нас есть чем выкрасить? Нет, Амир, ничего нет. Сними ее. Вышли мы уже с моря, отошли. Отошли, я не знаю, как это, Светлая улица, да, вот где аквапарк находится. Здесь такой фонтанчик. Вот жду, сейчас все придут, Кристина песок наберет. Стали молочного коктейля. Амирчик хочет молочный коктейль. Сейчас ему сделают. Это мы уже вышли на паралию. Продвигаемся к отелю. Да? К отельчику там сейчас посидим. Да, потом поедем. Время в третий час, половина третьего. Давид устал? Пить хочешь? Надо маме сказать, чтобы она купила. Кристина, воды купи попить. Вот, его можно сейчас спать положить на качельке. Он поспит, да? И Амир может поспить на качельке, да. От пота, потничка. Ну, натер может чем-нибудь, не знаю. Ну, давай, давай, на плечико пойдем. О, к магазину подходи, перекресток. Сейчас пойду в магазин со списком. Сейчас с Аней наберем, поезд, что нам нужно. Все, мы с Аней закупились, пришли в отель. Вот, выжидаем теперь свое время. У нас полтора часика до 6-6 часов. Нас зять отвезет на вокзал. И потом они уже поедут домой. Да. Мы хотели сделать, как чтобы он нас отвез. Потом поехал за Кристинкой, за Амиром и Лерой, чтобы они нас проводили, посадили на поезд. Но потом подумали, в пробках туда, потом обратно в пробки, потом опять в пробке стоять.
Короче, решили, что он нас отвезет в 6 часов и приедет обратно сюда в отель, заберет девчонок с Амиром, и они уже тоже поедут домой. Вот, даже пробки ужасные. И жарко. Сегодня самый жаркий день. Нам повезло, что была прям погода самая такая минимальная, терпимая. Сегодня, наверное, все, я не знаю, 40 градусов на солнышке, потому что в тени 32 градуса. И то сейчас, наверное, уже больше. А на солнышке, наверное, все 40. Сегодня, потому что очень душно, ходить вообще невыносимо. Нам повезло, погода вообще была прекрасная. Море прекрасное, чистое. Ни одного дня не было, чтобы в море была зелень. Так что отдых у нас был в этом году очень хороший. Да и в том году у нас. А да, мне... Все, мы поехали уже. Фарух нас повез, потом приедет за ним, и они уже тоже поедут. Ой, а где его вещи? В коляске, наверное. Я, коляска, я не знаю, коляску зачем взяли, я не знаю, где они. Были в коляске. Он вернется, папа, еще. Все, Фарух нас повез на вокзал. Не переживай, сыночек. Да. Там мы вокзали... Конечно. А тапки свои забыл. В душ на машине весь потел весь. Да, еще спать хочет. Зато сейчас в поезде рано уснет. Да, ну мы его поморим, он сейчас поиграет, в поезде рано уснет. Да, Давидик? Половину восьмого растянем, пока разберем все. Попросим, может, на кто поменяться местами. Единственное, что обратно едем будем не вместе. Часть будет у нас у туалета. И два места у туалета и два места у нас боковых. Как-то так получилось, да. Попрошу, может, поменяется боковушками поближе к нам, которые боковушки. Потому что две боковушки посередине, а мы у туалета. Вот попрошу, кто будет сбоку у туалета, чтобы поменялись местами. Чтобы они переехали туда, где наши места, мы к туалету. А? Такое чувство, что как только мы приехали, я спать легла. И все это время это был мой сон. Да, не верится, да? Что мы уже опять выезжаем, да? Мало 9 дней. Вот как месяцочек будто, или полмесяца. Как будто мы вчера приехали. Да, мало. Вот, я говорю, месяц будет самое, то как раз за месяц успеешь по дому уже соскучиться. А тут 9 дней они пролетели, в общем, моментом. И кажется, что мало везде побывал, и мало морем покупался. Мне мало, да, мало в бассейне. Лера вообще мало в море, да. А почему? Она не любит? Она, господи, чего бояться? Да? Ну, слизь такая противная. У меня один раз, кстати, тоже ужалила медуза. Да? Да, она... Я не почувствовала. Почувствовала, что вот так об ногу меня что-то коснулось, об ногу. Но она была синяя юбочка такая, большая, жирная, синей юбочкой. А потом выхожу из воды, и пятно красное. Оно проходило у меня почти неделю. Ну, так пощипывала, как вот крапивой обожгешь. Или как вот обожгешь об что-нибудь руку. Вот так вот пощипывала. Меня, значит, тоже ужалило. Да, или когда вот загар вот баба, прям меня, обгоришь. Меня, значит, тоже ужалило. Медуза тебя пощипывала, да? Не, когда я купалась в воде. Что-то об ногу твою коснулось? Не об ногу, а об тело? Об живот? На ляжку. Давида, ты не спи. Он уже уснул. Вот. Он уже уснул. Все, вот он и капризил уже, он спать хотел да. уже. Ладно, ехать еще на 15, да? Ну ничего, спи. Вот что на руках где-то. Поспит у меня. Вот тело его и ноги вон его. А мы шорты это его. Что нужно нам было, все одинаковые цены. Мы специально ходили, сравнивали. Тоже. Да, вон еще копеечка тоже. Да. Смотрите, как развалился. Руки кверху. Все уснул. Он и капризил. Надо было его... Я и хотела его там уложить. Ходила с ним туда-сюда. А ему надо было в бассейн лезть. А потом где и как его сушить-то? Да? Вот поэтому мы собрались. На вокзале там есть детская комната игровая. Амина там полазит. Уже скоро подъедем. Тут еще немножко осталось ехать. Это окружная, да, Фарух, мы едем? По окружной едем? Не по этому едем, не по Джимите. Ну, короче, да, мы сзади Джимите. Где машин поменьше. Так скажем, окружная, я не знаю, как правильно эта улица называется.
Тут уже вокзал сейчас будет скоро. Ага, сойдет. Я там садилась в домик, я чуть не сломала. Ну и все, он уже автовокзал. Мы живем на дороге вокзала. Вот сейчас повернем вот здесь вот. Вот туда повернем. Вот сейчас вот. И все, и там уже вокзал. Ну там как раз пробочка небольшая. Вокзала, как всегда. Заезжают. Небольшая. Да. Ну вот все. Ой, так неохота, вон же железная дорога. Да, не знаю, в этот раз у нас был очень старый вагон, мы ехали сюда, очень. Угу. И один был туалет, а нет, два туалета было. А в том году мы ездили, был новейший вагон, было два туалета, сенсорное все было. Руку подставил, потекла вода, мыло подставил, потекло мыло. Вот так руку подставил, смылся унитаз. Ой, не унитаз смылся, а вода. А в этот раз ехали в старом вагоне. Но зато были розетки у каждого места спального. А у боковушек не было. Да, потому что боковушек не было, но все равно. А есть вагоны, где вообще две розетки на весь вагон. Вот с этим хоть повезло. Ну, вот тут пробочка небольшая. Я не буду поднимать телефон. Все, поворачиваемся в сторону вокзала, все. Приехали. Сейчас нас Фарух высадит и поедет дальше. А ты далеко не заезжаешь? Сюда же, куда? Давай. А вон там машина свободная, видишь, где белая машина стоит. Все, приехали на вокзал. Сейчас нас Фарух до вокзала донесет нам вещи, поможет. Амин, не отставай. Амин с рюкзачком. Как туристка. Да? Стой, я тебе фоточку сделаю. Угу, стой. Все. Ой, прощай. Не, до свидания. До скорых встреч. До скорой встречи. Во, правильно будет. Пойдем. Встреча, да, приедем в следующем году также. Да, Мина? Давай быстрее, 1 августа. А здесь на автобус люди тоже садятся, тоже уезжают. Но это больше лагерь. Тут, а? Подростки. Не, все на месте. Угу. Уезжать на самом деле неохота, да, Амин? Уезжать на самом деле неохота. Неохота. Тебе охота уезжать? Амин уже хочет в школу просто. А я не хочу уезжать. Еще хочу к игрушкам. А, к игрушкам хочешь? По дому соскучилась? Наверное, ну, мы... Угу. У нас поезд 19:40 уже отправление. Амин, отойди с дороги, идет. 9 числа... Короче, 19:40 отправление, и прибываем мы 11 числа в 6 утра. Ой, половина шестого, 5:33 мы прибываем уже. Пойдем. Угу. Да, не надо. Может, кто-нибудь специально повесил, чтобы вернуться? Кто-нибудь специально повесил, чтобы вернуться? Вот здесь киоск, им народу сегодня мало вечером. Видимо, вечером только уезжают, мало кто приезжает. У нас до поезда еще 2 часа, мы в зале ожидания посидим. Там есть такая игровая комната, вот они там посидят. Вон, видишь, там игровая комната, пойдем. Сейчас найдем местечко и присядем. И будем сидеть, ждать. Да, ставь здесь. Нету. Нету игровой комнаты. Вот убрали. Ну мы все, не пошел. Переживай. Да, нас привезли, оставили. Нам 2 часа до поезда, 5, 6, 7. Да, 2,5 часа до поезда. Могли бы, конечно, погуляться. Ну да, здесь хоть не жарко, сидишь и сидишь. Чтобы мы там сидим. Да. Нам еще 2 часа. Половину 8 нас отправляют. Ну, на посадку-то раньше. На посадку он за час, по-моему, его подают.
Аня, да, Аня тут уже накупила мяч. Отходи, отходи подальше. Воп, не зайди мой. Аня. Аня, можно я? Можно. О, сейчас он тебе... Хочешь себе купить? У нас 19-й обратно, тот же. Тоже первый будет. С головы у нас 19-го года, но с головы поезда. А потом в Мичуринске мы будем последний опять ехать. В Мичуринске опять будут перецеплять? Вторую. Аня, прекращай. Добрая душа-то, да. А Лерка хитрая. Она знает, что Анька добрая? Она у Аньки сидит, она на свою потратит деньги, у Аньки все выманит. Я говорю, а ты будь похитрее, не давай. Она говорит, так она же моя сестра. Я говорю, так она и пользуется, сестра твоя, тобой. Она еще и покупает, что подороже. Да? Правильно. С одной стороны, Ань, правильно. Будь да добрая, да. Но иногда можно быть и похитрее. Я развлекаюсь на автобус. Она интересно сейчас будет. Друг друга будет кидать. Вы просили второй шарик у Ани. Там надо, давай сделаю. Давай, два, один, а. Ты сейчас потерял. А то третий, по-моему, там фокус не выставил. Амир-то? Да, а тут бы ему еще не угодили. Не такой шарик, не таким цветом. А ты ему тоже купил? Кому? Амир. Нет. А они сейчас поиграют, что им дома это не надо будет. Да. Поэтому Амир успеет. Пошел дальше показывать. Всем показал. Я хотела, чтобы он ехал нарядный. Он уже весь чумазый. Что нарядный? Шорты вообще непонятно, где главное, оставили. Что не в трусах. Да, и шорты непонятно вообще, где оставили. Рита. Да нет. Да, не потеряем. Давай. Лучше вот на этот палец. Поп-поп. Не получается? Нет. Ну-ка, показывай, Давид, как ты умеешь. Вот так. Как ты умеешь сильно. Ну-ка, Амина. Только в прохожих аккуратнее. Давида, аккуратнее. Ну-ка, покажи, как ты умеешь. Вот, да. Давай. Вот так. Ну-ка. Вот так. Молодец. Что там? Гуся повезли. Где? Ну, ты тоже подумал, что живой гусь? Я подумал на живого черного гуся. Гуся, я тебя боюсь. Да? А гусь обнимусь. Иди, тебе сделаем. Аня тут. Ага. Аня тут еще накупила всяких интересных штучек, брючек. Магнитиков еще купила. Ты домой купила? На холодильник. О, какой красивый браслетик. О. На пляже нашли. Это от чего-то, это тоже куда-то прицепляется. Это на кроксы. Что? Вот это. Бандам. Аня еще игру в поезд купила. Уно. Да я вижу. Сейчас, секунду. Аня еще вот такой блеск купила себе. Вот тут всякую всячину Ани. И блеск вот такой. Я тоже такой же взяла, алоэ вера блеск. Потому что у меня губы все облезли. И она еще... И вот такие они еще браслеты себе на руку купила красивые. Это на шею или на ногу? На руку. Вот эти два на руку и вот такой красненький. Наверное, и такой вот на шею. Время уже без 15:06. 17:45. 6.
Да, нам еще немножечко, еще часик нам и все. Сейчас посидим часик, поднимемся наверх. И там уже будет посадка на поезд. На, ой, на, ну, на платформу. Нам будет второй путь у нас. Дави... Игровая комната есть на втором этаже. Сейчас они поиграют. Амин, полчасика, и мы уже выходим. Все, мы сейчас пойдем на посадку уже. Сейчас уже поезд подадут. Мама подойдет сейчас. И пойдем. Сидим. У нас только мало вещей. Да, мама. Да. Сейчас, вон у тебя в сумке. Не надо уходить далеко. Угу. Пойдем, Амин. Сюда, сюда нам. Наверх. Наш поезд. Да, ищем наш вагон. У нас 19-й. Короче, нам туда в самое начало. Да, ту-ту. Да. А не тяжело? Видишь, Архангельск, Анапа. Он еще просто не поменял обратный путь. Вот этот наш поезд, видишь? Видишь, он еще не поменял просто на это. Анапа, Архангельск. Да, ту-ту. Папа. Нет, он бы здесь не стоял. Да, он бы здесь не стоял. Ой, самое последнее. Оказывается, вы думали с головы поезда? А нет, не с головы. Последние стоим. Три. Ой, все сигналит. Бу. Когда мы тут сидим, то по дороге. Все, сейчас будем посадка. Время. Без десяти. Без десяти семь. Сейчас 7 часов посадка будет. Наши места какие будут? 34-35 это у туалета. 43-44 это боковушки. Ну, короче, они тоже... Сейчас мы попросим, может, они поменяются ближе к туалету. Да. 43-44. Это боковушки 43. Угу. И 34-35. Это у туалета. Перейдите к нам. Все, наши места вот эти вот. Да. Вот. И крайние у туалета. Вот 35 и 34. Сейчас разберемся, все, мы попросим, чтобы... Подожди, мы попросим еще вот эти места, чтобы люди отсюда переехали на 43-44 места. Поняла? Да. Чтобы мы все рядом были. Вот. А нам повезло, у нас вагон обратный новый, вообще классно. Да, видишь, там розетки есть, и наверху розетки есть. И сбоку есть розетки. Во, все есть. Классно, да. В новом вагоне обратно едем. Я говорю шепотом, чтобы никто не слышал. Таня, вот, радуется. Да, я там радуюсь. Конечно, 100 раз тут все сенсорное. Не слезь немножко сюда. Да, сейчас поедем. Все, девочки, мы сели. Но еще не отправились. Если будут наши, если согласятся люди, мы здесь покушаем, а потом начнем разбирать, да? Будет удобнее. Также завтра идем этот столик соберем, будем здесь кушать. Он удобнее, чем вот. Да. Вот. А здесь будут спать бабушки наверху, там кто если захочет спать. Ой, а тут соседи будут наши. Тут одни наши места. Нам уже какой-то поезд прибыл. Я думаю, а мы будем уезжать. Или уже поехали? Нет. Прибыл. Мы еще не поехали. Ну да, ты смотришь на него, как будто едешь сам. Да. Ты ведь едешь? Да, с новый вагон. Да. Когда его поставили? Не знаю. Похож на... А помнишь, а мы с Давидом ехали, когда вот в том году вообще было не видно, было с занавесками, но занавески не успели еще повесить. Здесь прям курички были. С Давидом мы в том году ехали. Были курички. А занавески ну, не успели повесить. На поезде-то мы с Давидом вдвоем ехали, а вы на машине. Забыла, что ли? Кристина, представь, нам отдали 33-е место. Мужчина пришел, говорит, я здесь не буду, можете здесь спать, вы как раз с детьми. Я, говорит, пошел в купе, как раз тоже в Ярославле, говорит, выхожу. Я, говорит, сейчас предупрежу, говорит, проводника, еще рано, подожди. Представь, вообще. Все, мы тронулись. Могут найти Машевской сесть, где там 2 минуты остановка, там могут сесть. Некоторые так едут с Анапы туда, потому что билет не всегда купить. Там покупают билет и едут с присадками. Не едем. Все, мы поехали. Все. Ура.
Пока, скажи, да, прощаемся, она. Приедем в следующем году. Пока-пока. Давай. Они уже едят, дети. Все, мы отчалим. Каморе, да? Но мы с ним попрощаемся только через 2 часа. Угу. Сейчас кондиционер заработает, вообще все вспотели, вся сразу, вообще душно, очень, очень душно. Мы как-то в Ярославле сели, что прохладно. Ну понятно, там и температура была не 31 градус на улице. Кондиционер уже работает. Сейчас заработает, да, сейчас охладит, да, будет прохладненько. Все, едем. Девочки рады, нам даже меняться не надо. Представляете, девочки, нам мужчина уступил место, он перешел в купе. А нам место, говорит, можете себе забирать место, и не надо нам меняться ни с кем. Мы только вот сверху переселим, не знаем, кто здесь сядет, на 44-ю нижнюю боковушку. И все, и у нас будет красота. Закат красивый. А там он. Садись тут. Там мой, да. Кошечка. И тут, да, вокзал. Да, да. Закат очень красивый. Да, над морем, потому что там море в той стороне. Поэтому закат видно. Время как раз без 28. Что, мой хороший, иди садись. Что ты делала? Заняла место. Все, мы поехали. Идет Вида уже разложился. Все, мы едем. Все, разложились. Так, еще ждем, кто на этом месте будет, чтобы поменяться местами. Так, никто пока не сел. Может, на Тимошевской сядет кто-то. Это чипсы лежат. Все, мы уже едем, проехали. Забыла заснять, не успела. Дети уже поели йогурт. А мы сейчас с Аней сырники будем. Мама ест хот-дог. А потом кофе попьем. Сейчас Давиду главное уложить спать. Покушай. Все, дети перекусили. Амина села рисовать. И уже будем 10 часов к сну готовиться. Давидик еще макарошки захотел. Мы зашли, купили в столовую в дорогу макароны и сырнички. Да и кушает макароны. Не стали ничего брать, потому что они ни котлеты, ни сосиски, ничего не едят. Чисто макарошки. Ой, аккуратней кушай. 150. Мам, подожди, сейчас они поедят. Негде тут. Наелся? Давай закроем. Да. Молодец. Вот, ложечку не надо, ее просто уберем сюда. Давай. Давай, молодец. Все закрыл, да? Теперь рисовать, вот тебе Амина дала листочек рисовать. Давид, давай поиграем. О, у него машина-то военная, оказывается. Все. Ручечку дай, ему просто ручку достань. Мы вот сели рисовать. Да. Мы уже все видим, уже на улице так темно-темно. Время сейчас скажу сколько. Давай, дальше. Тебя показать? 8:30 время. Амина все рисует. А мы с Амиром, с Давидом пойдем за водичкой для кофе. Да, Давид? Да. И потом уже будем ложиться спать. Через полчасика. А мы потом с Аней покушаем. Это ты? Я отвечаю на 4:05, но... Все, и с вами на этом мы попрощаемся. Можешь еще попозже. Вот температура. Но все равно попало прохладнее. Время 12:30. Ой, 20:30. Температура в вагоне и время. Так. А мы уже сейчас будем укладываться спать. А меня рисует, да, вижу. Да, вот свет выключат здесь, и уже будем, может быть, убавить, да, нам? Видишь, там на 4-ке, нам можно даже на 2-ечку будет сделать, да, чтобы не дуло. Да? Чтобы ночью не дуло. 8:30. Чего мало?
еще мало. Он, смотрите, сегодня целый день вообще у нас не спал. Заснула. Ну, там не видно. Она кислая, она просто пьем. Ты что на конфеты-то подсел, Давида? Ты много не ешь. Все, давай, убираем, все. Ну же, сплюньте. Да, мы теперь переживаем. Я просто его все. Мы с вами прощаемся. Всем пока, всем до завтра. Сегодня я все-таки закругляюсь. Мы потому что уже готовимся ко сну. А не будешь спать? Я не буду спать. Ага. На камеру. Давай спать ложись.